Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. Ну и кто хочет поддержать меня, может стать спонсором канала, получить авторские эмоджи и значок от меня. Тут есть несколько уровней спонсорства, поэтому выбирайте тот, который вам нравится, и оформляйте. В этом ролике хочу сравнить два очень похожих события. Это руины и рулетка. Все же разобраться, какое событие лучше для получения легенд. Многие сразу ответят, что рулетка лучше тут, но давайте, так сказать, затестим и проверим итог. Итак, в двух словах расскажу, как буду тестить. В рулетке, как все уже знают, если делать каждый день по 30 прокрутов, то получаем 10 камней душ героя. И плюс рандомно еще можно получить по 3 штуки за каждые 10 прокрутов. Из личного опыта, так как я крутил очень много рулеток, могу сказать, что если вам выпадет каждый день по 6 камней душ с рулетки, то это супер прям везение. Зачастую 1-2 дня падает по 3 камня душ, а иногда и вовсе ничего не падает. И многим не хватает, чтобы сразу получить легенду. Итог. За 5 дней по 30 раз крутить будет стоить вам 15 тысяч кристаллов. Иглы учитывать не буду, так как для игл нужно донатить, чтобы открыть этот магазин привилегий. А донатят не все. А вот ежедневная одна попытка, ее можно учесть. Но всегда лучше крутить по 999, так больше шанса получить те самые 3 камня души леди. Хотя может мне так кажется, но я это говорю из личного опыта. Поэтому считаем только кристаллы. Также и в руинах будем тратить ровно 15 тысяч кристаллов. Как и в рулетке, тут есть рандом, и тут его чуть побольше. Поэтому для статистики хоть какой-то нужно несколько аккаунтов. Сейчас я проверю на 3 аккаунтах, и 2 аккаунта я уже пробовал на прошлом стриме. И мы увидим примерно, сколько в среднем получаем камней душ с руин. Из рулетки будем считать, что если прям супер повезло, и вы каждый день получали по 6 камней душ, то 80 камней душ за 5 дней рулетки вы получите, хотя это очень редко, зачастую это 74-77 камней душ. Ну и надеюсь, в комментариях напишут те, кто сделал 150 прокрутов в руинах и сколько камней душ он получил. И это тоже мы учтем после в статистике. И чуть не забыл, кстати, спасибо Стесу, так сказать, главарь смурфов, который дал мне 3 аккаунта с кристаллами для теста. Ну и не забудьте поставить лайк, так как с 5 аккаунтов будет потрачено 75 тысяч кристаллов, хоть это и смурфы, но все же. Ладно, полетели тратить кристаллы.
Так, тут у нас осталось еще 9 прокрутов. Если не хватит их, чтобы вытянуть последние 6 кд, то можно вспомнить о вот этой вот скидке, которая экономит нам 500 кристаллов. Но если и их не хватит, и не повезет, то всегда останутся ключики. Итого 161 прокрут, из них 10 по 50% скидки. И если бы мы были в Альянсе, то 10 ключиков могли получить бесплатно за 5 дней события. Поэтому заходим и смотрим, сколько камней душ получили. 84 кд, неплохо так-то. Ладно, переходим на второй аккаунт. Тут можно было таки оставить ровно 150 прокрутов, хотя лучше бы это довести и получить 6 кд, так как помним, что у нас есть 10 ключей и 500 кристаллов, которые со скидки, поэтому смело можем тратить еще 15 попыток. И снова 161 прокрут и... Смотрим, сколько КД получили Думии. 96 КД. Ну и третий аккаунт. Thank you.
152 прокрута и нашли последние 6 КД героя. Заходим и смотрим, сколько же удалось вытянуть Экинокса. И это всего лишь 78 штук. И еще 2 аккаунта, которые я пробовал на стриме. С одного аккаунта мне удалось вытянуть 102 камня души Актеона. Там мне прям супер повезло, я дошел до 17 уровня слоя. А вот с другого аккаунта мне повезло уже меньше. Но тут, как вы можете заметить, я перепутал и нечаянно взял за место 6 КД Думии, я взял 6 КД Актеона, поэтому эти 6 камней душ также добавим к Думии. И в итоге получаем 72 плюс 6, так же как и с Экиноксом получилось 78. В этом случае мне также супер не везло и приходилось зачастую тратить очень много попыток, чтобы переходить на новый слой. И переходим к итогам. Да, конечно, хотелось бы сделать статистику из 20-30 аккаунтов, но, увы, такой возможности на данный момент нет. Но по итогу, даже исходя из этих 5, мы можем увидеть, что минимум мы получаем 78 камней душ, и это прям супер не везло. А в среднем я сказал бы, что чуть больше 84 можно вытянуть из руин. Тогда как в рулетке, ну прям в 90% случаев невозможно получить за 150 прокрутов 80 КД. Все, кто крутят, знают об этом. Да, хоть и на чуть-чуть, но все же, как по мне, руины выглядят поперспективнее, чем рулетка. Насколько бы эти руины не были рандомны. В одном слое вам повезет, в другом нет. Но плюс-минус свои 80 КД вы получите. Ну и буду ждать комментарий, сколько камней душ вы получили в руинах. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем хочу пожелать мирного неба над головой. И всем пока-пока.